Декабрь 1864 года, тюрьма Либи. Ситуация медленно менялась в пользу Севера. Война истощила ресурсы обеих сторон до предела. Но страдания Юга были наиболее драматичны. Наполовину мертв. Поэтому можешь работать. Поднимайся, Хазар. Не могу позволить тебе быть ленивым. Поднимайся. Давай. Так, так. Посмотрите на это. Наш генерал вырыл себе нору. Прямо как крыса. Думаешь, сможешь убежать, как эти другие? Ну что скажешь, падаль? Ты и правда отправишься в яму глубиной в 6 футов. В цепи его. Пока я решу, как мне отучить его от рытья крысиных нор. У меня есть бочонки с порохом, спрятанные под полом. Следующий, кто попытается убежать, взорвет вас всех. С Рождеством. Немного рано, но... Чарльз. Три дня отпуска в Ричмонде. Где мы сегодня поужинаем? Нам надо о многом поговорить. Садись. Рад видеть тебя живым. Я не поверил, что ты пропал без вести. Повезло, что госпиталь Союза плохо охранялся. А твоему другу Джорджу не повезло. О чем ты? Мосби прибыл в лагерь, чтобы доложить о своей партизанской деятельности. Я слышал, как он рассказывал Хэмптону, что взял в плен генерала Янки во время одного из своих рейдов. Это был Джордж. Где он? В тюрьме Либи. Это место позор для нас. Ты ничего не можешь сделать. Пленных больше не меняют. Нет смысла идти к Дэвису. И кроме того, он враг. Что? Чарльз, этот человек мой лучший друг. Что с тобой? Ничего. Что такое ничего? Я попытаюсь вытащить его, и ты поможешь мне. Я не слишком дружелюбно отношусь к Янке. Как и все мы. Но я перед ним в долгу. Как скажешь, генерал. Спасибо. Вы не можете видеть генерала Уиндера. Он в отпуске. Обращайтесь ко мне, сэр Капрал. И доложите, кто командует здесь в отсутствии генерала. Да, сэр. Командует капитан Тернер, сэр. Но он... Его тоже сейчас нет. Если он уклоняется от своих обязанностей, то понесет наказание. А пока приведите ко мне заключенного по имени Джордж Хазард.
Сейчас ночь, сэр. Капитану Тернеру это не понравится. Ему не... Мне наплевать, что капитану Тернеру нравится. У меня приказ доставить этого заключенного для допроса, и я это сделаю, капрал. Приведите его сюда немедленно. Да, сэр. Состояние этого человека ужасно. Снимите кандалы. Ну же! Я доложу о грубом пренебрежении своими обязанностями. Происходит. У них приказ забрать его. Через мой труп. Чей приказ? Прочитайте это и придите в себя, капитан. Пока я не освободил вас от командования. Я не слышал о генерале Кенби. Я не отдам вам этого заключенного. У вас нет полномочий, капитан, поэтому мы уезжаем. Я уже сказал, через мой труп. Этих людей! За ними! Там долго не протянул, Ори. Ты спас мне жизнь. Спасибо. Спасибо тебе. Не дай себе подстрелить по дороге домой. Сюда. В лодке еда, одеяло и кое-какая одежда. Плыви по течению сколько сможешь. Потом направляйся на север, ты выйдешь к армии Союза. Окажите еще одну услугу. Какую? Посоветуйте Дэвису прекратить войну. И мы выпьем шампанское. Посоветуй тоже Линкольну.
Ладно, пора в дорогу. Погоня близко. Все должно быть хорошо. Мы сотнями убиваем янки и спасаем одного человека. Не вижу смысла. Сострадание имеет смысл. А я люблю тебя. И знаешь что? Ты заслужила открыть один подарок до того, как пойдешь спать. Вот, садись сюда. Сюрприз. Мама! Разве оно не великолепно? Очень мило, Изабель. Констанс! Очень красиво. Я надену его, когда мы поедем в Филадельфию в сочельник. Спасибо, мой дорогой. Я должен был отдать тебе его наедине. Ерунда. Ее настроение не может испортить этот особый вечер. У нас есть право радоваться нашему счастью. Мама, как вы себя чувствуете? Все хорошо. Так, приятно видеть радостную Хоуп. Но я не могу не думать о Билли и Джорджи. Без них это не похоже на Рождество. Конечно, нет. Иногда я с удивлением замечаю, что прожила еще один день без Джорджа. Но знаете, мама, как должно быть тяжело тем семьям, чьи любимые уже не вернутся. Не могу поверить, что Кларисса посреди этих сражений. Каждую ночь я молюсь за Мейнов так же, как и за всю нашу семью. Как мы можем петь о мире на земле после 4 лет войны? Господи Боже, сколько еще она должна длиться? Если генерал Грант возьмет Питерсберг, может она закончится? Я знаю. Я знаю. Констанс.
Привет, брат. Для вас, миссис Хазард. Слышал о ваших неприятностях и заехал посмотреть, не могу ли я помочь. Похоже, дела обстоят неважно. У нас все прекрасно. Не надо говорить так с человеком, который может спасти вас. У меня есть еда. Нам хватает. Я считал вас разумной. Вы же понимаете, в какой опасной ситуации оказались. Три одиноких женщины. Но если мы придем к соглашению, я сделаю так, что никто не будет беспокоить вас. Даже янки, которые ужасно относятся к Южной Каролине, полагают, что мы начали войну. Вы такая же дрянь, как и эти захватчики. Мы не уедем отсюда, что бы вы ни говорили. Потряси дерево, и все плоды свалятся прямо в руки. Время на моей стороне, мисс. Убирайся отсюда, Салем Джонс, или следующий выстрел разнесет тебе голову. Ты не сделаешь этого. Неужели? Я ненавижу тебя с самого детства. А теперь убирайся! Оставь лошадь! За линией фронта Союза, Питерсберг, Вирджиния. Они едут на Ричмонд или атакуют фланг Ли? Даже если Ли соберет все три бригады, не уверен, что можно остановить. Захватим пару их разведчиков и выясним. Чарли, я в седле уже три дня, а эта кляча измучена так же, как и я. Как мы это и сделаем? Ладно, поехали. Сказал, что Господь не мятежник. А теперь не увлекайся, один нужен живой. Ну, вперед. Извините, капитан. Кажется, прицел был высоко. Кавалерия Шермана, верно? У вас нет особого выбора. Я насчитал две дивизии, а может быть и три. Так сколько? Три. Куда направляются? Вы, янки, сожгли станцию Бивердем и склад продовольствия. Не испытывай моего терпения. Куда направляются? Куда? Ричмонд. Весьма признателен.
Он просто хотел напиться. Он мог выстрелить. Лучше ошибиться, чем быть мертвым. Чарли, что ты за человек? Холодный, как ледник. Ты вроде машины смерти. Стреляешь лучше всех. Нам надо найти Ли. Ты езжай по дороге, а я по проселку. Один доберется. И вас, мистер Бадин. Хотя оно не такое уж счастливое в саванне с Шерманом. Потом он двинется на Чарльстон. Некоторые женщины уезжают из города. Итак, что вас привело сюда так рано? Просто желание увидеть ваше прелестное лицо и вручить вам это. Вы очень добры. Возьмите это без всяких обязательств. Вообще, это не для вас, а для них. Это золото? Заработанное в поте лица. Я бы все равно потратил его, а вы найдете ему применение. Мисс Мадлен! Приходили солдаты, забрали Майкла и других ребят. Куда их забрали? Не знаю, они сказали, что нужны им. Слишком много солдат убито. Надо найти их, они дети. Когда это случилось? О, около 2 часов. Мисс Мадлен, я так боюсь. Успокойся, мы вернем его. Я узнал, куда их забрали. Куда? Не беспокойтесь об этом. Идите домой и ждите меня. Рейф, я хочу помочь. Не надо. Делайте, как я говорю. Может, и так слишком поздно. Работайте, работайте. Это вам не на плантации гнуть спину, а? Шевелитесь, черножопые. Ну, давай, давай работай. Живей, парень, или мы бросим твою шкуру Шерману. А может, вашу шкуру, сержант? А вы кто такой? Приказ от вашего капитана забрать этих ребят на мою плантацию. На вашу плантацию? Продовольствие необходимо для конфедерации, сержант. Надо кормить войска Джонстона, а они спасут нас от Шермана. А кто же закончит рыть эти окопы, а? Ни вы, ни ваши люди не кажутся мне беспомощными. Это работа не для белых людей. Есть приказ, исполняйте свои обязанности. Моя обязанность – получить свою долю. Я все знаю о капитане Фарли и чего он стоит. Этот приказ стоит не больше бумаги, на которой он написан. Посадите ребят в повозку, а потом я займусь вами, сержант. А ну, ребята, забирайтесь в эту повозку и побыстрее. Давайте, двигайтесь. Я плачу только раз. Thank you.
Они дома. Я оставил Майкла с его матерью около часа назад. Слава богу. Как вам удалось узнать, где они были? Капитан Фарли предпочитает наличные, и немало. Вы подкупили офицера? У меня не было выбора. Если бы вас арестовали, нас обвинили бы в обмане. Я должен был сделать что-то более благородное? Проснитесь, Мадлен. Благородство умерло, убито на войне. Теперь есть только сделки. Возможно. Для вас это ваш стиль жизни. Верно, мадам. Чтобы выжить. Кое-что более важно, чем просто выживание. Я не согласен, Мадлен. Я покинул армию, чтобы не продолжать убивать людей ради дела уже обреченного из-за глупости слишком многих его руководителей. Не хочу это слышать. Я отказался быть глупцом и нашел лучший способ, чтобы взять позицию Янки, а потом был обвинен своим командиром в нарушении субординации. Если это делает меня подлецом, пусть так. Я не имела в виду. Вы спасли Майклу жизнь. Я благодарю вас за это. Мадлен, мне так много надо сказать вам. Уже поздно. Я правда благодарна. Пожалуйста, верьте мне. Ваш слуга, мадам. Но вы говорили мне, что никогда не дотронетесь до денег Джастина. Если вы решили сделать это, хотя бы создайте более комфортабельную жизнь для себя и своего ребенка. Не оставляйте... Если деньги мои, то я могу потратить их так, как считаю нужным. Дядя Майлз, Джастин не сделал ничего хорошего ни для кого за всю свою жизнь. Давайте просто назовем это справедливостью. А когда кончатся его деньги, я продам дом. Я не уверен, что смогу сейчас найти покупателя, не говоря уже о цене. Даже если я продам дом себе в убыток, все равно хватит, чтобы помочь многим людям. Я могу понять ваше желание помочь тем, кто остался без крова из-за войны. Но вы разоритесь, сделая это. А как же ваш сын, Мадлен? Этот дом мог бы стать его когда-нибудь. Тысячи людей были изгнаны из своих домов. Рабы, свободные негры, белые бедняки, у которых нет пищи, нет денег, нет надежды. Я не могу просто наблюдать, как умирают женщины и дети. Надеюсь, мой сын поймет это, когда станет взрослым. Вы отдаете все, что имеете. Я отдала бы больше, если бы имела. Дядя Майлз, вы не можете вообразить эти страдания. Хорошо, моя дорогая. Вы все равно это сделаете, согласен я или нет. Если денег Джастина не хватит, я найду способ продать ваш дом. Спасибо, дядя Майлз. Спасибо, я знала, что вы поймете. У меня сюрприз для тебя. Что? О, я люблю сюрпризы. Я знаю. Открой это. Выглядит знакомо. Портной отремонтировал его. Я хочу, чтобы мой муж вернулся на службу, похожим на генерала. О, спасибо. Это так мило. И так, как я это предвидел, у меня для тебя сюрприз тоже.
Вот как? О, Джордж, как красиво. Нравится? Очень. Я попросил Стэнли выбрать ее для меня в Филадельфии. О, спасибо. Ты знаешь, так хорошо, что ты дома эти две недели. Жаль, что ты скоро уезжаешь. Не думаю, что Грант позволит этому тупику затянуться надолго. Скоро все будет кончено. Я боюсь, что Ли будет сражаться до последнего вместе со своими людьми. Я знаю. Ты опять беспокоишься о Боре? Да. Несколько лет назад я спас Ори от патруля Союза, и можно было поверить в судьбу. Ты о чем? Ну, это... Сначала казалось, что ничего не изменилось. Было так приятно увидеть его снова. Но мне кажется, война сделала что-то с нами обоими. Исчезло былое взаимопонимание. И к моменту прощания мы были почти врагами. О, Джордж. И когда он вытащил меня из тюрьмы, это было как будто он вернул долг, а не из-за дружбы. Дорогой, я люблю Ори так же, как и ты. И я знаю, что он за человек. Он никогда не отвернется от тебя или вашей дружбы. Капитан Брэдли? Да, мадам. Я Констанс Хазард. Вы хотите видеть моего мужа? Я из штаба генерала Хазарда, мадам. У меня к нему очень срочное дело. Я понимаю. Подождите в библиотеке, я пришлю его к вам. Это не официальный визит, генерал, но я хотел бы вас предупредить. Я бы хотел поговорить наедине, сэр. Если дело не касается военных секретов, капитан, то мне нечего скрывать от моей жены. Сэр, из того, что я смог выяснить, военное министерство в течение 2 лет получает жалобы на неисправные орудия, сделанные на Excel Iron. Вы что-нибудь знаете о такой компании? Нет, я не слышал о ней. Формальное расследование было начато недавно, но сейчас они решили, что Excel Iron является прикрытием для другого производителя оружия. Hazard Iron. Но это смешно. Джордж никогда не имел подставной компании. Установлено, что эти пушки были сделаны из дешевых сплавов, что явилось причиной разрыва при их использовании. Боюсь, что некоторые солдаты орудийных расчетов убиты в результате этого. О, боже мой. Но все знают, что брат Джорджа руководил компанией в его отсутствие. И тем не менее, подпись генерала стоит на некоторых уличающих документах, связанных с этой компанией. Значит, кто-то подделал его подпись? Кто-то из служащих компании. Сожалею, но вам придется доказать это, сэр. Я не верю этому. Мой муж рисковал своей жизнью, перенес невыразимые мучения в тюрьме. Как может правительство обвинить его в подобном преступлении? Мадам, я согласен с вами, потому я здесь. Но, кажется, все свидетельствует против вас, генерал. Капитан, вы сказали, что этот визит неофициальный. Сколько у меня времени, чтобы доказать свою невиновность? Боюсь, ордер на ваш арест будет получен в течение нескольких часов.
Вы можете задержать это? Я бы очень хотел, но узнал об этом только утром. Есть что-нибудь еще, капитан? Единственная зацепка – это некто Морган. Хотя против него нет серьезных доказательств. Подозревают, что он замешан в производстве дешевых сплавов на одном заводе. Как я могу найти его? А в основном он ведет свои дела в таверне в Филадельфии под названием «Дилардс». Мне нужен Морган. Морган? А вы кто? Не имеет значения. Покажите мне его. Вы Морган? А если и да? Тогда я требую прямых ответов. У вас есть договоренность с Hazard Iron? Не знаю, о чем вы говорите. Вы продавали негодные сплавы через фиктивную компанию. Вы ничего не можете доказать. Я хочу знать, с кем вы связаны. А вы кто, черт подери? Мое имя Джордж Хазард. Запомни, жалкий подонок. Хорошие люди умирали из-за тебя. Ты пойдешь со мной в военное министерство и расскажешь все, что знаешь. Остаток жизни ты проведешь в тюрьме. Вместе с вами и с вашим братом, генерал Хазард. Сломал себе шею, он мертв. Стэнли! Морган сказал, что ты связан с Эксел Айрон. Я не верю этому, Стэнли. Джордж, просто скажи мне, что это неправда. Ты мой брат. Я доверял тебе во всем. Как ты смог это сделать? Стэнли, не говори ему ничего. Ты понимаешь, что ты сделал? Началось правительственное расследование. Они хотят арестовать Джорджа. Сама разбирайся с этим. Хватит! Изабель, я дал тебе все, что ты хотела. Но я не принесу в жертву моего брата. Джордж, я не думаю, что это может случиться с пушками. Когда я начал догадываться, было слишком поздно. Все наше дело было поставлено на карту, наше будущее. А что с твоим будущим, Стэнли? Тебе нечего терять, кроме твоей репутации. Ты уничтожил будущее Hazard Iron. Но это ничто по сравнению с гибелью стольких солдат Союза. Джордж. Ты мерзкий предатель. Пожалуйста, прости. Ты должен нести всю ответственность. За компанию. За семьи убитых солдат. Тебе грозит длительный тюремный срок. Тебе и Изабель. Я не сделала ничего незаконного. Моей подписи нет на документах. Очевидно, ты не слышала своего мужа. Все кончено, Изабель. Если тебе хватит мужества дать показания, ты сможешь сохранить остатки самоуважения. Я дам показания.
Ричмонда, Вирджиния. Когда же мы избавимся от Джеффа Дэвиса? Тебе не терпится, Эштон? Я говорил тебе, это требует времени и денег, а у нас их не хватает. Ты уже получил все мои деньги. Есть кое-кто еще, кто обещал огромный вклад. Но, боюсь, он хочет в ответ чего-то большего, чем просто войти в новое правительство. Чего он хочет? Томас Драмонд. Он всегда засматривался на тебя. Этот старый дурак. Ему нравится заглядывать в вырез моего платья. Точно. Ты имеешь в виду? Это самое нелепое, что я когда-либо слышала. Что в этом нелепого? От тебя требуется только провести с ним ночь. И 15 тысяч золотом наши. Ты хочешь этого? Конечно, хочу. Он знает, что мы с тобой друзья. Друзья? Мы любим друг... Я говорил тебе, что я думаю о любви. Любовь – это удовольствие. А мы равноправные партнеры. Любовь не входит в то, чего мы хотим. Именно это я имела в виду, но ты меня перебил. Мы любим друг друга, чтобы добиться власти. Так ты сделаешь это? Почему бы и нет? Это приблизит нас к тому, чего мы хотим. Я знал, что ты поймешь. Я не знала, что вы находите меня привлекательной, мистер Драмонд. Иначе я пришла бы сюда гораздо раньше. Вы оказываете мне честь, мисс Эштон. Напротив, сэр. Это честь для меня и нашего дела. Ваше пожертвование такое щедрое, что мой долг отплатить вам лично. Единственным способом, который я знаю. Да, Джеймс. Ложись спать, Эштон.
Хорошо, Джеймс. Ты действительно хочешь отмечать здесь? Это самое подходящее место. Все говорят, что небезопасно покидать город. Где твоя страсть к приключениям? Давай, слезай. Я устала от этих игр. Эл, что ты хотел показать мне? Имею терпение. О, военные будут в ярости, если они узнают об этом. Откуда столько оружия? Я использовал мой военный гений для того, чтобы достать деньги. Все это было куплено на деньги, данные приверженцами нашего дела. Как Драммонд? Точно. Людьми, у которых больше честолюбия, чем мозгов. Я жду еще один груз с оружием от спекулянта из Южной Каролины. Он прибудет с Барбадоса. Я уезжаю в Чарльстон завтра. Сколько тебя не будет? Ты недолго будешь изнывать без меня. Мы должны выступить против мистера Дэвиса через несколько недель, иначе будет слишком поздно. Я должен быть уверен, что мы убьем мистера Дэвиса и каждого, кто будет лоялен ему. И моего брата. Первым твоего брата. Я не забыл всех оскорблений мистера Мейна. А теперь пришло время для нас? Не здесь. Нет, здесь прямо сейчас. Очереди не видно, да, мисс Мадлен? Похоже, сейчас в 3 раза больше людей, чем было в начале. Как вы справитесь с этим, мэм? Нельзя накормить всех голодных юга. Я буду делать, сколько смогу. Но еда так дорога, что мы долго не протянем. Извините, мадам. Я знаю, что у вас наверняка кончились деньги. Вы кормите этих людей месяцами, а у вас ребенок, о котором надо подумать. У меня есть немного денег и хорошие связи в городе. Я мог бы помочь вам достать еду и лекарства, и мужчин для доставки всего этого. В обмен на что? А это на ваше усмотрение. Я признательна за вашу помощь, мистер Бодин. Правда. Но все будет идти так, как идет. Если вы сможете найти еду и лекарства, пожалуйста, принесите их в лагерь. Да, мадам. Хочешь есть, малыш? Должен признать, я не ожидал, что так быстро найду покупателя на ваш дом. Он предложил достойную цену. О, учитывая обстоятельства, цена более чем щедрая. Однако, было одно условие, на котором настаивал покупатель. Я не мог принять его без вашего согласия. Мое согласие? Ну, он настаивал, чтобы продажа была анонимной.
А в этом что-то не так? Нет, совсем нет. Я уже говорила, мне нужны деньги. Тогда считайте сделку состоявшейся. Война пожирает все. Продукты, полученные только вчера, уже подходят к концу. Дядя Майлз, до свидания. До свидания. Один, вы? Боже, я просил вас не приходить сюда сегодня. Я слишком долго избегал опасности, чтобы быть пойманным ничего не подозревающей женщиной. Она согласна? Конечно, она одержима своей работой с беженцами. А теперь у нее есть средства продолжать ее. Боюсь, это ее и погубит. Такую женщину, как она, ничто не может погубить. А потом я верну ей этот дом. Мне он не нужен. Но почему вы просто не дали ей денег? Она бы никогда не взяла их у меня, даже если бы они поступили из карманов наиболее уважаемых семей Чарльстона. Подождите минуту, вы ведь не украли их? О, нет, они честно заработаны в гостинице «Звезды и полосы». Если бы она знала, что деньги отыграли... Но она никогда не узнает. Деньги будут у вас завтра. Поздравьте себя, мистер Колберт. Не каждый день адвокат дает возможность негодяю помочь леди. Февраль 1865 года, Чарльстон, Южная Каролина. Я понимаю, мистер Бенц, что вам нужно это оружие. Но цена была назначена мной в прошлом месяце до несчастья нашей конфедерации. А это вызвало дальнейшее падение бумажных денег. Но вы не можете удвоить цену. Сделка, сэр, есть сделка. Говорите тише, сэр. Наши патриотичные глупцы так расстроены оккупацией Янки, что могут свернуть нам шеи, если узнают, какое бесчестное дело мы собираемся совершить. Но вам придется принять мое предложение. У меня только то, о чем мы договорились. Вам повезло, мистер Бент. Мой посредник на Барбадосе согласился на 10% золотом. Давайте быстрее закончим дело. Пока цена буханки не поднялась до 100 долларов. А ружья до 1000 за каждое. У вас есть сутки, или цена поднимется снова. Но как я могу собрать деньги здесь, когда янки шныряют у Чарльстона? Такой умный человек, как вы, сможет что-нибудь придумать. Вы умеете обращаться с женщинами. Очаруйте местную богачку миссис Пикард. Богачку? Кто-то, видно, оставил ей состояние. Она кормит беженцев, бывших рабов и белую шваль в округе. Они называют ее Леди Ангел. Возможно, я смогу убедить ее быть такой же щедрой к моему делу. Я слышал, ей не хватает еды для ее лагеря. Где я могу найти этот образец щедрости? Она живет в плохеньком пансионе, который вполне соответствует ее эксцентричности. Осталось едва ли по горсти кукурузы для детей, а молока нет совсем. Вы сделали все, что могли, Мадлен. Вы не можете создавать еду из воздуха. У меня еще остались деньги от продажи дома, но на них нечего купить. Я пыталась везде. Шерман уже идет на север, чтобы Джонстон и Ли оказались в ловушке между ним и Грантом. Все закончится очень скоро. Это так, Рейв? А может, все будет хуже, когда закончится война? Не знаю. Я лишь знаю, что не могу видеть вас такой. Мадлен, я люблю вас. Рейв. Я никогда не думал, что скажу это кому-нибудь, но это правда. Пожалуйста, не надо. Почему? Я знаю, что не безразличен вам. Да, но я не могу позволить, чтобы это стало чем-то большим. Не можете или не хотите? Однажды вы почти угадали правду.
Я не вдова. Мой муж жив. Вы любите его? О, прошу вас, не задавайте мне больше вопросов. Поверьте, я никогда не смогу быть такой, как вы хотите. Мы должны быть вместе. Вы тоже это чувствуете? Нет. Часть меня всегда будет принадлежать ему. И вы станете ненавидеть меня за это. Мадлен, я не хочу причинять вам боль. Я не смогла бы жить, сделав это. Мне очень жаль, Рейв. Пожалуйста, проводите меня домой. О, мистер Бодин, как приятно видеть вас снова. Мисс Шоуп. Миссис Пикард, приходил джентльмен, пока вас не было. Он оставил свою карточку и сказал, что зайдет. Вы его знаете? Что? А, нет. Впрочем, что-то слышала. Он кажется настоящим джентльменом. Он сказал, что зайдет, когда это будет удобно. Чем раньше, тем лучше. Это его слова. Если вы хотите известить его... Я ценю ваше участие. Но я сама займусь этим. Спасибо, мисс Шоуп. Хотите, я выясню, чего хочет этот джентльмен? Нет, в этом нет необходимости. Спасибо, что проводили меня. И за вашу доброту. Доброго дня. День будет добрым, мадам, когда вы измените свое решение. Я не сдамся. Мисс Синклер? А, это мое сценическое имя. Теперь я миссис Весткот. Мне надо поговорить с вами. Это очень важно. Проходите. Я видела вас в роли Корделии в «Короле Лире». Мне было 17, но я никогда не забуду этого. И вам тогда было не больше 17. Да, верно. Я удивлена, что вы помните меня. Спасибо. Давно никто не упоминал о моей игре. Я бросила сцену, когда вышла замуж. Это ваш муж? Да. Он был убит в Геттисберге. О, я сожалею. О чем вы хотели поговорить со мной, миссис Пикард? Я бы хотела нанять вас. Как актрису. А, кто будет ставить спектакль сейчас, когда Чарльстон оккупирован? Это вообще-то не пьеса. Но ваши услуги потребуются на один вечер, и я заплачу вам, сколько смогу. Вы хотите, чтобы я как-то нарушила закон? О, нет. Нет. Надо выяснить, почему кое-кто хочет видеть меня. Должна сказать, это может быть рискованным. Но я обеспечу вас необходимой защитой. Хотя такой актрисе, как вы, это не понадобится. Вы интригуете меня, миссис Пикард? Меня не интриговали с тех пор, как умер мой муж. Какую роль мне придется играть? Меня. Жди меня. Подождите здесь, сэр. Спасибо.
Мистер Бент? Миссис Пикард? Прошу вас, садитесь. Спасибо. Мужчины находят вуаль загадочной. Особенно, когда женщина за ней так же красива, как вы. Вы льстите мне, сэр. Женщина в моем положении должна быть осторожной, оберегая себя. Большое богатство требует большой осторожности. Мне говорили, что вам нужны продукты для беженцев. Это так? Я мог бы помочь вам. Но не только поэтому я хотел видеть вас. О? Любая женщина, которая столько делает, чтобы помочь бедным женщинам и детям, должна быть очень патриотичной. Спасибо за комплимент, но я не понимаю. Вы могли бы помочь больше. Небольшая часть вашего состояния могла бы обеспечить и спасти жизнь каждого беженца на юге. Как же, мистер Бент? Помочь мне создать правительство, которое сможет выиграть войну. Продолжайте. Если юг проиграет войну, несмотря на все усилия, власть падет тоже. Такая умная женщина, как вы, должна видеть, что гибельная политика Джефферсона Дэвиса привела конфедерацию в опасное положение, в котором она находится сегодня. Янки в Чарльстоне и янки у ворот Ричмонда. Это трагично. Если бы во главе нас был политик, обладающий военным мастерством, мы бы еще смогли поставить юг на колени. Я никогда не думала об этом, но, конечно, вы правы. Миссис Пикард, вы могли бы стать вдохновителем великой революции, которой я готов руководить. Я бы хотела подумать о том, что вы мне сказали, день или два. Это так ошеломляет. Я бы хотел, чтобы вы дали согласие как можно скорее. Я надеюсь на помощь. Время весьма существенно. Мне нужен ответ, чем раньше, тем лучше. Возможно, завтра утром. Вы его получите. Скоро. Спасибо. У меня такое чувство, будто я вас раньше видел. Невозможно, сэр. Я бы запомнила такого человека, как вы. Я зайду завтра снова за вашим ответом. Какой ужасный человек. Хорошо, что он ушел. Простите, что вам пришлось пройти через это, но он мог узнать меня. Боюсь, он знает, как я выгляжу. Казалось, что он почти узнал меня. Что, если он видел меня на сцене? Вам опасно встречаться с ним снова. Судя по его разговору, он собирается убить президента Дэвиса. И он хочет, чтобы вы финансировали его. Ори был прав. Элкана Бента надо остановить. Может быть, я смогу передать сообщение в Ричмонд. Ваши деньги. О, используйте их для ваших детей. Считайте это благотворительным спектаклем. Спасибо. Ваш Роберт гордился бы вами сегодня вечером.
зачем вы наняли эту актрису. Она была очаровательной Джульеттой, но я не поверил ей в роли миссис Пикард. Вы же прекрасно подходите для этой роли, миссис Пикард. Я хочу увидеть ваше лицо и узнать, почему вы скрывали его от меня. Ну? Ну, дайте же мне взглянуть на ваше лицо. Скажите, что любите меня. Я люблю вас. Сюда! Остановила кровь? Угу. Хорошо. Сейчас сделаю повязку. Эзра, выпей, это поможет. Спасибо, мисс Брат. Извините, что так случилось. Завтра я займусь новым колесом. О, не беспокойся об этом. Тебе нужна еще пара рук? Не откажусь, Сэмми. Похоже, с тобой будет все в порядке, Эзра. Мама. Я считала его самым красивым мужчиной на свете. И все еще так считаю.
Я была в этом платье, когда мы встретились. Это был апрельский котильон. Могу я пригласить вас на следующий танец, мисс Кларисс? Я не колебалась ни мгновения. И прежде чем я поняла, я уже была в его объятии. О, мама. После танца он поклонился мне и сказал, что я выгляжу такой же прохладной, очаровательной, как весеннее утро. Твой отец не был сентиментальным. Но то, как он это сказал, шло из глубины сердца. О, Тилли! Что случилось со всеми нашими мечтами? Ты сделал так, что мы чувствовали себя в безопасности. О, Брэд! О, мама! Прости меня, прости! Питерсберг, Вирджиния. Куда собрался, Джимми? Домой, майор. Все кончено. Нет, не кончено. Ты дезертир. Мы разбиты, Чарли. Разве ты не видишь этого? Грант запер нас в Питерсберге. Он будет крушить нас до тех пор, пока в этих канавах будет больше крови, чем воды. Ричмонд не сможет держаться дольше. Больше нет необходимости в чьей-то гибели. Я сыт по горло. Я просто больше не могу. Я спал в грязи 4 года. Я питался помоями каждый день. Я не знаю, живы ли моя жена и дети. Я отправляюсь домой, майор. Ты можешь застрелить меня, если хочешь. Лучше умереть, чем продолжать все это. Ты изменился, Чарли. Я бы на твоем месте взглянул попристальнее на себя, прежде чем выстрелить в меня. Тебя долго не было. Как дела, Вашингтон? Бывали лучше, капитан Чарльз. Где босс? Несколько недель назад я навещала соседей, у которых болел ребенок. Пока меня не было,
Прибыл отряд союза с облавой. Босс не отдал им мою кобылу и жеребенка. Они убили его. Я был внизу у реки, когда услышал выстрел. Когда я вернулся, они уехали. А мой мальчик был... Мой мальчик был. Черт! Что с тобой? Моя вина, мисс Агаста. Я обжег его. Я виноват. 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 Простите, сэр. Надеюсь, вам не больно. Прости меня, Вош. Да, сэр. Да. Я не хотел оскорбить его чувства. Я не могу находиться в обществе достойных людей. Это не ты. Это война. Не знаю, когда снова увижу тебя. Не надо. Зачем ты вернулся сюда? Не знаю. Ничего больше не имеет смысла. Позволь мне помочь тебе. Слишком поздно. Я признателен за все, что вы сделали, мистер Хантон, лично вам. Хотя у нас есть различия, мы оба преданы одному делу. А, Ори, рад видеть вас снова. Мистер президент. Думаю, вы знаете мистера Хантона. Он передал мне невероятную информацию о контрабандном оружии. Это дело как раз для вас.
Какого черта ты здесь делаешь? Эта встреча очень важна для нашего будущего, так что убирайся отсюда. Надо поговорить. У меня нет сейчас времени для разговоров с тобой. Ты выбрала неудачное время для этого. Выслушай меня, Эл. Это слишком опасно. Мы можем потерять все. Продай все это и уезжай отсюда, пока не поздно. Ты маленькая дура. Еще не поздно. Все знают, что конфедерация погибла. Конфедерация возродится, когда я стану президентом. Мы уничтожим врага. Всех моих врагов. Элкон. Убирайся отсюда немедленно. Я должна быть здесь. Оставь меня, наконец, в покое. Не приказывай мне, как будто я одна из шлюх. Теперь ты не можешь уйти. Я спрячусь. Иди туда и сиди тихо. Чертовски трудно было найти это место. И другим будет тоже, я надеюсь. Вы понимаете, почему желательно полная секретность? Боже мой, как вы достали все это? Несколько простых комбинаций, сэр. Похоже, этого хватит на целый полк. Джеймс. Пришло время делать историю. Вместе. Я собираюсь начать прямо сейчас. Все произойдет быстро и чисто. Нам необходимо больше оружия и боеприпасов. Мне нужна ваша помощь, сэр. Но вы говорили, не будет насилия. А теперь послушайте меня. Нужна уверенность в безопасности нового правительства. Мы должны убить Джефферсона Дэвиса. Вы сделаете это? Все офицеры, которые откажутся присягнуть мне, или вам, тоже будут казнены, начиная с генерала Орри Мейна. Но умрешь ты, Бент. Мейн? Ты предал меня. Возможно, я и глупец, Бент. Но я не убийца. И не предатель. Кто-то должен остановить тебя. Ты остановишь меня? Ты не смог даже остановить свою жену, чтобы она не спала со мной. Эштон! Дурак! Ты все погубил! Эштон, ты и Бент! Как ты могла сделать отпусти это? Отпусти меня! Ты всегда отпусти. Считала меня глупцом! Я долго ждал этого, Мейн. С Вестпойнта. Каждый раз, когда ты вмешивался в мою жизнь, каждый раз, когда ты оскорблял меня, я знал, что дождусь этого момента, и ты будешь в моей власти. Все кончено, Эштон, все кончено! Нет! 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 No.
Эл, не ходи туда, теперь ничего нельзя сделать. Моя империя! Я спасу мою империю! Боже! Это было как судный день. Как сказано в Библии, грешник будет гореть в гиене огненной. Я тоже грешница. А я буду гореть в аду, рядом с Элконом. Прекрати, с тобой ничего не случилось. А оно случится. Я делала ужасные вещи. Я хотела, чтобы Билли убили. Я избавилась от моего ребенка. До нашей женитьбы. И Мадлен. Мадлен? Что ты ей сделала? Что ты ей сделала? Эштон, скажи мне. Скажи мне, или я убью тебя. Ничего. Это я заставила ее уехать. Ты заставила ее уехать? Как? Как? У Бента был портрет ее матери. Она была черной шлюхой в Новом Орлеане. Я рассказала ей. Я сказала, что это убьет маму, если кто-нибудь узнает. Будь ты проклята, Эштон! Где она? Где она? Где она? Не знаю. Клянусь, я не знаю. Убери ее от меня. С глаз моих долой. Убери ее с моих глаз. Я больше никогда не хочу ее видеть. Убери ее от меня. Ты простишь меня, Джеймс? Слишком поздно, Эштон. Слишком поздно. Убери ее от меня! Mm.